Здравствуйте, я Алиса Вартазарян. В эфире «Выводы следствия» и сегодня в выпуске. Нефтекумская пленница. Похититель подкараулил жертву у салона красоты, схватил и затолкал в машину. Агрессивная толпа ворвалась в дом и, прикрываясь сначала обычаем предков, а потом младенцем, украла невесту. Один из обвиняемых схватил из люльки младенца и пригрозил, что убьет ребенка, если ему не выдадут девушку. К главным темам мы вернемся позже, а сейчас криминальные новости. В Светлограде педофила поймали с поличным. 56-летний мужчина затащил в подъезд первоклассницу и попытался изнасиловать, но планам маньяка помешали. В подъезд зашли люди. Сейчас мужчина задержан. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера». Следствие не исключает версию, что от рук педофила могли пострадать и другие дети. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Чтобы скрыть измену, забетонировал любовницу. На такие крайние меры житель Благодарнинского округа пошел из страха потерять семью. Дело в том, что во время ссоры любовница пригрозила, что расскажет о его изменах, и мужчина решил ее задушить. Это кадры следственного эксперимента. Я схватил спереди ее за горло. Сколько минут так держали? Пару минут. Сильно сдавливали? Да, она начала хрипеть. Так вот я на колени встал, дальше я душил. Садитесь на колени. Дальше я душил. Вы так додушили, да? Да. Когда девушка перестала дышать, убийца бросил тело в колодец, засыпал щебнем и залил бетоном. Суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Похититель пожертвовал свободой ради спасения любимой. Все будет хорошо. Слышишь? Не бойся. Ради любви люди способны перевернуть весь мир, пожертвовать всем и даже преступить черту закона. Но исход далеко не всегда соответствует ожиданиям. У этой истории нет счастливого конца и быть не может. Ведь за ошибки всегда придется отвечать. Хотя некоторым может показаться, что этим людям просто не повезло. И всему виной злой рок. Они жили в 30 километрах друг от друга. Она в Нефтекумске, он в Левокумском. Девушка сразу понравилась молодому человеку. Вежливая, умная и красивая. По крайней мере, на фотографии. Втайне от родителей молодые люди переписывались и иногда созванивались. Привет. А не хочешь сегодня куда-нибудь сходить? Отлично. Рамиль. Место рождения – село Урожайное Левокумского района. Дата рождения – 11 декабря 1988 года. Образование – основное общее. Семейное положение – холост, детей на иждивении нет. Место работы – временно безработный. Наличие судимости. Судим по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Рамиль был уверен, что у Эльвиры взаимные чувства. Был даже случай, когда он решил проверить возлюбленную и сообщил ей, что у него есть другая девушка. Эльвира очень расстроилась, даже немного разозлилась. По интонации Рамиль понял, что она ревнует. Эльвира. Место рождения – город Нефтекумск. Дата рождения – 25 ноября 1995 года. Образование – высшее. Семейное положение – не замужем. Место работы – бухгалтер в торговой компании. Наличие судимости – не судимо. Знал, что Эльвира не засватана, поэтому делал все, чтобы она вышла за него замуж. Даже пару раз ходил к ее старшей сестре Хабибе, но ответ всегда был один. Я считаю, что со свадьбой лучше повременить. Пусть сначала закончит учебу. Оставалось потерпеть совсем немного. Эльвира была на четвертом курсе, но Рамиль больше не мог ждать. Да говорю же вам, она меня тоже любит. Все, что я делал, это для ее, для нашего будущего. Что произошло 28 мая 2016 года? Мы с братом поехали в Нефтекумск. Марат был за рулем. Брат, а у тебя планы на вечер есть сегодня? Да. Это хорошо. Ближе к обеду молодые люди встретили друга, Арсена. Он поставил свою машину на стоянку и пересел к ним. Спустя еще час в авто оказался еще один парень. Он хотел купить эту машину. Я не помню его имя, но он решил покататься с нами. Как вы оказались у салона красоты? Эльвира сказала, что она там. Мы переписывались весь день и созванивались несколько раз. Долго мы еще будем стоять? Да подожди еще чуть-чуть, ну. Чего мы здесь вообще застряли? Поехали в клуб. Можно, но позже. Похищение. Хотел соблюсти обычаи предков перед свадьбой. И вот подходящий момент. Он схватил девушку за талию и затолкал в машину. Эльвира так убедительно кричала, что остальные пассажиры даже усомнились в том, что обряд совершается по взаимному согласию. Вы что творите? Не-не, стой, я, наверное, пойду. Поехали, поехали, быстрее. Кавказским обычаям хотел украсть ее и впоследствии прийти к родственникам, попросить ее руки. У водителя встречной машины остановилось сердце, и он на полной скорости врезался в автомобиль похитителя.
Эльвира всю дорогу просила остановить машину, выпустить ее, умоляла пожалеть родителей. А когда поняла, что ее никто не слушает, перестала давить на жалость и попыталась обратить на себя внимание угрозами. Умоляю, остановите. Выпустите меня. Пожалейте родителей. Что происходит, брат? Ты мой отец этого так не оставит. Понятно? У него много связей в полиции. И вы все об этом пожалеете. Эльвира, успокойся. Все будет хорошо. Не переживай. Похититель до мелочей продумал операцию, чтобы замести следы. Молодые люди решили сменить машину. Но перед тем, как поехать дальше, Рамиль успокоил друзей и напомнил, что в его поступке нет никакого криминала. Что ты делаешь и куда мы вообще едем? Все в порядке, все в курсе. Эльвира согласна, а это все для ее родителей. Поехали. Рамиль попросил отвезти их с Эльвирой в Ставрополь. Поехать решили через село Арсгир, чтобы объехать Буденновский район, так как там много нарядов ДПС. Кто знал, что это решение станет роковым? Мне он никогда не нравился. И я при встрече никогда с ним не здоровалась и всегда старалась его избегать. Приходилось отправлять подарки обратно, чтобы Рамиль наконец понял, что ответных чувств нет. Тогда безнадежно влюбленный юноша пришел просить руки невесты у ее родителей. Я очень люблю вашу дочь и хотел бы попросить ее руки у вас. Но и тут провал. Отец Эльвиры ответил отказом. Он знал, что дочь не хочет выходить за назойливого жениха замуж. Зачем вы написали, что пошли в салон красоты? Я этого не писала. Просто у меня очень приметная машина, возможно, он катался по городу и просто увидел ее рядом с салоном. Эльвира слезно просила рассказать родным, что ее похитили. Папа и мама сойдут с ума, если я не приду домой. Пожалуйста, сообщите им. Доедем до Ставрополя, поговорим наедине. А там решишь сама, как быть. Друзья Рамиля продолжали верить, что все это инсценировка для родителей. А Эльвира просто хорошая актриса. Девушка кричала, плакала, пыталась драться, но ничего не помогало. Она свое согласие на поездку с ним не давала. Это было реальное похищение, которое было совершено злоумышленно с целью женитьбы, как один из старинных обычаев кавказских народов. Отпустите меня! Отпустите меня! Я не хочу никуда ехать! Успокойся. Они подъехали на заправку, и вот шанс. Помогите! Эльвира пыталась привлечь внимание, кричала, звала на помощь, стучала по стеклу. Один из прохожих заметил несчастную девушку, но никак не отреагировал. Он отвернулся и пошел подальше от возможных проблем. И даже полицию не вызвал. Помогите! Брат, сделай музыку. Помогите, пожалуйста! Помогите! Я просто хотел с ней поговорить. Хотя бы раз наедине, подальше от ее родных. Рамиль рассчитывал, что какое-то время они поживут в Ставрополе, и невеста в конце концов смирится с предстоящим замужеством и не захочет возвращаться домой. Главное было потянуть время. Если бы она решила поехать домой, я бы ее отпустил. Но до Ставрополя они так и не доехали.
На, подгон. Как потом выяснилось, у водителя прямо во время езды остановилось сердце. Машина вылетела на встречную и на полной скорости врезалась в то самое авто, где ехал похититель с невестой. Девушка получила серьезные травмы и в полуобморочном состоянии лежала на обочине. Рамиль мог поймать машину и продолжить путь, а возлюбленную подлечить в домашних условиях. И сейчас она, скорее всего, была бы его женой. Но юноша не стал рисковать здоровьем любимой. Рамиль поймал попутку и попросил отвезти их в больницу. И тут их ждали новые неприятности. По дороге у машины взорвалось колесо. У водителя была запаска, но на счету каждая минута. Эльвире становилось все хуже. Наконец доехали до больницы. Эльвира была уже без сознания, поэтому Рамиль на руках занес ее в отделение. И как только понял, что здоровью любимой ничего не угрожает, сбежал. Рамиль не думал, что его действия расценят как преступление. Но весть о похищении дошла до следователей. Когда Эльвира не вернулась домой, родители забеспокоились и обратились в правоохранительные органы. По обычаям, многим обычаям, существует договоренность между молодым человеком и его девушкой о том, что он ее украдет. Но в этой ситуации сама девушка не знала о намерениях молодого человека. И в любом случае, независимо от национальных традиций, есть уголовный кодекс, есть Конституция Российской Федерации. И, соответственно, вот эти деяния, они подпадали под уголовный кодекс. В отношении юноши Нефтекумский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Рамиля объявили в федеральный розыск. Он скрывался полгода. Больше всего молодой человек не хотел попасться на глаза родителям похищенной девушки. С одной стороны, ему было стыдно, с другой – боялся их гнева. И когда отец Эльвиры немного остыл, Рамиль пришел просить прощения. Мне очень сложно было сюда прийти. Я осознаю, что я занял чуть ли не так бы. Его простили. И чтобы полностью очистить совесть и избежать жизни беглого преступника, мужчина пошел и добровольно сдался следователям.
Наказание могло быть суровое, если бы, например, Рамиль оставил раненую девушку на обочине или, рискуя ее здоровьем, не отступился от плана похищения. А так суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Но жениться на любимой ему все равно не удалось. Она предпочла другого. Агрессивная толпа ворвалась в дом и, прикрываясь сначала обычаем предков, а потом младенцем, украла невесту. Один из обвиняемых схватил из люльки младенца и пригрозил, что убьет ребенка, если ему не выдадут девушку. И еще одно похищение, но уже в Андроповском районе. Агрессивная толпа ворвалась в дом и пообещала убить младенца, если им не выдадут невесту. Сейчас они оправдываются, ссылаясь на обычаи предков. Говорят, что родственники девушки заранее знали об их планах, но следствие им не верит. В этом доме все и случилось. Это кадры следственного эксперимента. Похищенная невеста и ее мама вспоминают события того жуткого вечера. Они собирались спать, когда заметили свет фар за окном. Это были похитители. 7 человек. Почувствовав неладное, женщины заперли дверь, но злодеев это не остановило. Один из них разбил стекло, влез внутрь и впустил остальных. Девушка спряталась в детской, где спали ее младшие братья и сестры. Один из обвиняемых схватил из люльки младенца и пригрозил, что убьет ребенка, если ему не выдадут девушку. Отец девушки попытался остановить преступников, но силы были неравны, его жестоко избили. Тем временем другой похититель продолжал трясти 8-месячного ребенка и требовать, чтобы невеста сама вышла к ним. Его товарищ стал угрожать пистолетом, но ничего не помогало. Тогда самый смышленый из похитителей догадался включить фонарик на телефоне. Девушку нашли в углу комнаты. Ее силой затащили в машину и увезли. Родители невесты обратились в правоохранительные органы. Похищенную нашли, освободили, а преступников поймали. Организатором оказался отец жениха. Сам организатор остался дома, а 7 его соучастников, среди которых были 2 женщины, приехали в ночное время к дому в Андроповском районе, где проживала семья девушки. Приехали на 2 машинах, как потом выяснилось, на такси. О том, что девушка и ее родители против этого брака, похитители знали. Но это их не остановило. Теперь им придется ответить перед законом сразу по 3 статьям. Похищение, незаконное проникновение в жилище и угроза убийством. Правда, обвиняемые вину не признают, говорят, что это был всего лишь безобидный обряд. Но учитывая, что согласия на него никто не давал, похитителям грозит до 12 лет лишения свободы. Он пообещал разделить любимую на 10 частей и раскидать по минводам. В течение месяца следователи собирали по трассе фрагменты тела. Подробности этой жуткой истории в следующем выпуске программы «Выводы следствия». Не пропустите. И помните, никто не останется безнаказанным.